Ну все, Ритунь, ты давай хорошо работай там. И поехали. Я ей отправляю. Ритунь, мы поехали за опятами, айда с нами. Снова мы сегодня поехали на тихую охоту. В поисках и разведке грибов. Всем привет. Ура, мы подъезжаем к лесу. Почти приехали к лесу. Осваиваем новые места разведки. Машина туда поехала, машина там. Направо? Да. Ты видела? А, вон. Травинку зацеплю. Это другая, вон вторая. Пасутся коровы. Нет. На лугу пасутся козы. Нет, не козы. На лугу пасутся кони. Кони, правильно, кони. У нас песня своя. Тут хвойные леса. Направо и налево и смотрю. Ну, за нее, может, заедем. Лес в ту сторону идет. Может, на это. Нельзя остаться здесь. Машину. Там потом задним ходом придется ехать. А здесь можно развернуться. Если что, можно оставить здесь волосик. Да, вот здесь давай. Приехали, ура! О, какой темный лес. Темнота прям. Эх, зря ты не поехал. Смотри, какой лес. Красивый лес. О, пошло не проваливается. Темный, темнота. Пошел я на разведку. Красота. Лесу. Вот муравей небольшой. Не такой большой, конечно, как там был. Муравьишки. Не видно муравьев. Да не замерзли, спят. Пока ни одного гриба не вижу. А тут как смешанный маленький лес, но очень темный какой-то. Там темень. Ну, пока не вижу. Ничего нету, пока не грибов. Что за деревья? Клены, вязы, грибов нету. В один лес зашли, Ритуня, тут мы не нашли грибов. Рядовки нашли старенькие, опять нету. Ну, сухо в лесу, конечно. Ну, такая земля мягко прям проваливается. То ли здесь кроты, то ли что. Вот это кроты, да? Вот нарыли. Там земля такая мягкая. Вот кроты, кроты рыли.
пошла Машенька в лес. Кустик за кустик, дерево за дерево, веточка за веточку. И заблудилась матушка. Машенька в лесу. И кричит, и плачет. А навстречу ей медведь. Стой с тобой, деточка, не плачь. Я отвезу тебя домой. И тащил девочку. Ау! Чего? На выход пошли. Пойдем. Медведь сказал на выход. Не дали загрузиться. Сказали, грибов нету. Разведчики! Провели разведку боем. Если тебе, если тетенька придет еще раз с грибами, ты скажи, скинь геопозицию, где ты грибы собирала из парсов. Мы ничего не нашли. Лес огромный, надо места знать еще. Это как на рыбалке. Вот сидишь на пруду, один ловит, другой не ловит. Так же и здесь. Клевые места бывают. Так же и тут грибные места бывают. Сухо очень в лесу. И пошли дальше. А мне солома не нужна. Они пошли за соломой. А мне не нужна солома. Там уронили он два тюка. Я тут постою. Посмотрю. Бимки, бимки они. Солому будут рвать. Молодцы какие. Вон там деревня Ишпарсово. Сухие леса здесь. Очень сухие. У меня даже вот нисколько не намок. Ни разу ничего не было даже в лесу. Все сухо. Не знаю, может поедем еще где-нибудь посмотрим по трассе. Тихо в лесу, только не спит барсук. Поехали дальше. По полям едем к Алешке в деревню. Посмотрим. Ну мы с тобой видели. Осинки. Там не осина это. Там низина какая-то, смотри. Как росло. Канал какая. Глубоко. Ой, тихонько, камни какие-то. Ноги. А там просвет, это он не более глубокий. Тихо, тихо, ноги переломай. Объедем, по-моему, туда вот так вот. Давайте, ладно.
Что тут этот? Строительный мусор вывалили, видишь? Да. Еще осинок не было. Так, возвращаемся дальше, поехали. Не осинки, наверное, это ольха, наверное. Вот эти что она, или вон те он? Вот это? Это осиночка? Кажется, я не знаю, это нафига. Вот они, грибочки. О, толстенькие. Этот уже лесной, пеньковый. Опеночек. О, куда упал-то? Есть немножко, собираем. Ну что-то я вижу, здесь как будто отходил. Некоторые раздавленные грибы. Вот они, вот они. Да, помаленечку собирать будем. Вот, красота. Есть маленько. Вот приехали за грибами. Вот они опята. Опята. О, попадаются. Вот они где. О, дальше. О, красотули. О, ну ладно, наберем. Красота. Не жарко, даже не жарко за что. Вот то, что не жарко, это хорошо. Собирать грибы. Здесь в основном дубовые деревья. Собрались домой вроде. Налил. Урожайчик. Почти полный. Все, домой. Нет, мы остаемся здесь жить. Никуда не едем. Оказывается, это была ложная тревога. Мы вот чайку попить, постоять, поболтать, покурить. О, Рит, набрали, нормально. Ведро-то у меня второе. Так, все, покажи, покажи, сколько набрали. Вон, да в машине, все в набрала, машине, ладно. Да нет, столько вот набрали, все. Все. Набрали, набрали, хорошо. Так, работа нам сейчас... есть на завтра. Так что это давай. Силы экономь. Грибы будут тебя ждать. Ой, давай, дай. Сегодня пожаришь. Вот сегодня нормальная пята. Сегодня на сливочное масло пожарим. Есть сливочное масло дома? Кстати. Да есть. Нашел сколько. Вот сколько порезал, все червивы. Красота такая стоит. Вот ряд дальше пошел. Офигеть. Так полно. Собираю, короче, видите, не червивые. Собираю рядовочки. Нашел я грибы. Ух, я нашел грибы. Прям с краю. Прям с краешку нашел. Вон че, вон че, вон че, вон че, дорожка пошла. И вот. И вот. О, красота. О, прям с краю вот. Возле поля. Возле выхода. О, вон еще. Сейчас ведро наполню. Вот и то не собираем потихоньку. Они грибочки. Вот. Ведра больше собрал. Идем дальше. Вот осень. А ягоды цветут. Ягодник цветет. Странно, да? Интересно. Полно цветов. А, пойдем в лес. Ягодник уже густой. Идем посмотрим, что здесь есть. Вылетались. Почему ты высох лес, смотрим? Алешкин сады проехали. Теперь едем. Ближе к трассе, скорее всего, напрямую вот этот выход. Сады были, я не поснимал.
Критуня, ты столько упустила. Я слышал лося. Я бежал по лесу. Мы видели кабаньи следы. Много желудей в лесу было. Как заревет он там. Вот, скорее всего. Он не коровье. Не похож немножко. Все, выезжаем на трассу. Давай домой собирайся. Грибы перебирать некуда. Что здесь, дождик прошел? Или полили? Полили.